Это Я вот хотел дополнительно вознести отдельную молитву за сына пастора Федора из Одессы, насколько я понимаю. Да, он выжил. Попал в аварию, он выжил, один из трех людей. Я просто хочу, чтобы мы сейчас с вами вместе в согласии приняли то, что Господь утешит родных, потому что они, родных погибших, я имею в виду, что они действительно несли силу и славу Божью в те места, где они работали, где трудились на небе Божьей. Господь, утеши их во имя Иисуса, да, мы просим Господи, Тебя сейчас. Бог, и мы просим Тебя Боже, полного Господи, восстановления на Стаса, который сейчас находится в больнице. Господь, мы знаем, что Ты в силах восстановить все, Господь. Мы знаем, что Ты воззываешь потерянное, Господь, и все вот эти вот разрушения костей, которые сейчас у него происходят, и вот эти все руки врачей, которые прикасаются к нему, да, будут благословлены просто сейчас именем Твоим. Мы познали имя Твое, мы призвали Стас, я верю, я знаю, что он назвал Тебя, Господь, своим упованием, и Ты, Господь, восстанавливаешь просто его на том месте, где он сейчас находится, во имя Иисуса Христа, а также всех тех, кто сегодня переживает подобное, Господь. О, да, Господь. Яви свою славу именно сегодня, в канун Рождества Твоего, Господь, чтобы это было свидетельством Твоей славы. Ты, Господь, просто призывал нас свидетельствовать, и пусть даже вот эти ситуации будут свидетельством Твоей славы, чтобы многие уверовали в Тебя, как уверовали все неверующие тогда, когда Ты, Господь, родился в этот мир в виде человека. Во имя Иисуса. Аминь. Во имя Иисуса Христа.